Всем привет, ребята. Так как прошлое видео у меня не получилось, и я забомбил, и мне пришлось его удалить, и я решил перезапустить. А я вам желаю приятного просмотра. Так вот, после того, как Стив прогулялся, он увидел город. Вау! Так, вау, вот это еды тут. И зелья есть, о май гад. Вау, подводная лодочка. Эй, Стив, да, ты, Стив. Я тебя сейчас прибью. И чем же ты меня прибьешь? Но на дороге в деревню его встретила ведьма. Ха, я тебя отомщу за то, что ты вышел из деревни. Стив ее легко увалил, потому что он знал все методы борьбы. Он пошел в деревню, но тут его встретил какой-то непонятный челик, который сказал: «Так, на тебе из арбалета». Стив не понял, что произошло, и очнулся вообще не в понятной комнате, И мы, как всегда, на самом интересном останавливаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я вам желаю всем удачи и всем пока.